Жека, у меня просьба к тебе. Позови Юлю к компу. Позови. Чтобы она сюда пришла. Зачем? Ну ладно. Позови. Юль, ты тут зовут. Окей. Чё? Юля, мне кажется, время рассказать ему всю правду. Она тебя не слышит, если что. Ну да, ей наушники. Говорит, время рассказать всю правду. Время рассказать ему всю правду. А мне чё, как тебе? Насчёт правды, да? Да. Ну просто ты не знаешь всю правду. Жень, это время мы от тебя кое-что скрываем. Да. И вот сейчас ты все узнаешь, в принципе. Я пыталась тебе об этом сказать, но мы как-то стеснялись и пытались тебе помочь. Как делишь, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой в очередной раз мы продолжим троллить друг друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга. Только благодаря вам и только вам выходит эта серия. Поэтому, ребята, ставьте большие пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайки наберем, тем больше серий будет выходить. Да, я пошел, показываю, что я построил. Пока, Эдисон, пока-пока. А что там динамитик делает? Вот там динамитик, вот видишь, вот там. Где? Вот, а там вот, нет никакого динамита. Да, ну не смотри, да. Там ничего нет, Эдисон. Я уже спалил, Жека. Ну ладно. Ты говнюка. Все, пока-пока. Ну что, ребята, я вам сейчас быстренько покажу, что у меня будет в сегодняшнем троллинге. На чем будет завязан сюжет? На том, что Жека немного дрыщуган. Ну, то есть все мы знаем, что он весит там 25 кило. Ну, 25 кило, да? Поэтому в этой серии я как раз сделаю... На это обращу внимание, то, что Жека дрыщуган. И попытаюсь его хотя бы немного переубедить и заставить немного начать тренироваться, больше кушать, чтобы Жека не был таким дрыщуганом. Поэтому в этой серии у него будет будут маленькие испытания. То есть, в первую очередь будет паркур, который, в принципе, нельзя пройти, потому что, ну, нельзя его пройти, даже если он как-то сюда дойдет, то он не сможет сюда выбраться, потому что это непроходимый паркур. Я скажу, Жека, башка у тебя вообще уже не варит, ты мало кушаешь, вообще уже ни хрена не соображаешь. У тебя же тут есть проход, вот, проход, вот, вот, тут проход, ты можешь сюда пройти, и тут будет магазин, где я его заставлю собирать еду, да, то есть, тут будет в различных сундуках много еды, я его заставлю собирать. Типа, Жека, давай, хавай. Потом я постучу и типа скажу то, что вернулась продавщица этого магазина. А он обворовывал этот магазин, пока ее не было. Она вывалится отсюда, потом Жека будет бегать тут полчаса. Я ему скажу, Жека, давай, ищи выход, иди, ищи оружие, чтобы ее убить, давай. Но в конце концов ему нужно будет прыгнуть вот сюда, в этот подвал, спрятаться от продавщицы. И вот тут, ребята, я вам пока не буду говорить, что тут произойдет, но тут произойдет... Ой, что произойдет? Ой-ой-ой, что произойдет? Мы для Жеки откроем самую большую тайну его жизни. Нужно пойти на такие жертвы ради блага Жеки, да. Поэтому, ребята, давайте мы сначала пойдем на его троллинг, потом вернемся на мой и попробуем его затроллить как можно сильнее, да. Ну что, ребята, потопали. Давай, Эдисон, заходи. Я иду, мне просто интересно, что это, Жек, ну расскажи, что за динамика? Да, Эдисон, ну не смотри, ну так неинтересно, не надо смотреть, не надо. Ладно, не в общем, будет. Эдисон, ну. Для начала включать геймод 2 и, пожалуйста, слушайся меня. Да. Небольшая предыстория. Я уже, в принципе, делал такой троллинг для тебя. Я слушаю, знаешь, слушаю, ничего давай. Ничего из этого троллинга не получилось. Я знаю, что сейчас будет, Давай, рассказывай. И, Эдисон, до сих пор у тебя нету девушки, понимаешь? Но сегодня у тебя просто уникальная возможность. Сегодня я тебя приглашаю на мое шоу. Проходи. Да, я тебя приглашаю на мое шоу под названием «Холостяк». Именно сегодня, понимаешь, именно я подберу тебе девушку на любой, понимаешь, твой вкус, как говорится. Да, ты знаешь, какой у меня вкус, Жека? Мне кажется, что не очень знаешь. Кошатница. Ну как бы смотри, тут очень много вариантов. Я думаю, тебе нужно опробовать всех, а там уже будешь выбирать. Садомазохист. Жека, я тебе честно скажу, мне ни один вариант не нравится, поэтому я пошел. Не кошатница. Давай, у тебя вообще больше нет шансов. Понимаешь, девушки до сих пор нету. Выбери хотя бы из этих. В общем, держи карточку и проходи к первой девушке и пиратке. Возможно, она тебя полюбит. Давай. Пиратки? Эдисон, ну, понимаешь, чтобы заполучить девушку, ты должен ее добиться, ты должен пройти ее испытание. Собственно, проходи через пиратов и докажи, что ты лучше этих пиратов. Ой, Жека, зачем? Кажется, ты все-таки не лучше. Зачем ты вставляешь вот эти звуки кончить? Да это жопа просто. Я не представляю никакие звуки. А что они тебя не бьют? В смысле, что? Эдисон, понимаешь, девушка-пиратка настолько...
настолько тебя ненавидит, что решила взорваться в этом барнице, чтобы просто не встречаться с тобой. Ой, что-то мне кажется, кто-то лоханулся. Почему меня не били, Жек, а? Чё такое? Я не знаю, почему тебя не били, когда тестировал, они меня били. Ладно, в общем-то, неважно. Сон, ты будешь тут сидеть такой. В общем, ну, в принципе, еще не все потеряно. Она мне не понравилась, Жек, она не понравилась. Давай следующую карту. Да, ты не понравилась, она мне на тебе не понравилась. Нет, она мне не понравилась, давай. Ну. Заходи ко второй девушке, девушке-кошатнице. Может, давай сразу к третьей, а то кошатница как-то не очень. Садомазохистка, ну такой. Да, садомазохистка, как бы это ты еще познакомишься. Давай. А вот это что за дверь? Это что за дверь, Жека? Что это за дверь? А? Слушай, это вот какая-то секретная дверь. Секретная? Это дверь моя. Я же ведущий, я тут живу. Так, ладно. А, Эдисон, ой-ой-ой, я тут забыл тебя, короче, поставить сундук, поэтому так тебе выдам. Тебе пригодится вот такая вот броня. Кто-то меня бить будет, да? Вот, да, кто-то тебя будет бить, угадай кто. Кошатница, да? Эдисон, ты должен убить тех кошаков, чтобы пройти кошатницу. Ой-ой-ой. А если я не хочу с ней мутить, Джека? Ты хочешь с ней мутить? Ты хочешь с ней мутить, Эдисон? Не-не-не, не хочу. Давай. Не хочу. Убивай котиков. Да, сколько же их? Подожди, они что, респамятся каждую секунду или что? Нет. Беги, Эдисон, беги. Ой-ой-ой-ой. Я бегу. Нужно убить всех котиков должен убить, Эдисон. Нате, паскуды, нате. Ребят, я не хотел, это он меня заставил. Я тебя не заставлял, ты хочешь девушку там? Нет, не хочу. А, ну я не хочу. Ладно, тогда я пошел отсюда, раз ты так хочешь. Так, в смысле ты хочешь? Вот видите, значит он меня заставил. Нет, я могу идти, я не хочу, Жека. Ты хочешь? Ну ладно, все, я пошел. Да куда ты пошел? Я пошел, он меня заставляет, я не хочу котиков убивать, бедный. Ты играешь не по правилам, ты не слушаешься. Давай, котик. Ребят, вы видите, какой он живодер? Он заставляет меня котов убивать. Ну ладно, так уж и быть. Я тебе помогаю, тебе бабу найти. Мне не нужно, Жека. Ну ладно. Давай поднимайся на второй этаж. Ладно. В общем-то, Эдисон, молодец. Ты заполучил свою девушку, иди и познакомься с ней, тыкни там на нее, поговори с ней. О, да не, она страшная, не хочу. Да давай, нормально. Да не хочу я, она страшная, Жека. Саня, у меня аж пупок торчит, смотри. Жека, там слишком волосатый пупок, не хочу я туда идти. Нет. Волосатый пупок, сейчас проверю. Не, вроде не волосатый, давай. А ну еще раз проверь, Жека. Мне кажется, точно волосатый. Сейчас проверю, подожди, сейчас так. Ну, не, нормально. Дайте закончить. Давай знакомься. Ой-ой, ну ладно. Давай познакомимся. Ой, так. Я сюда говнюк, ты бил всех моих котиков, пошел вон. Нате, паскуда! А чё? Не могу. Эх, Эдисон, ты убил всех ее котиков и надеялся до сих пор с ней собудить. Ты очень нормальный? Плохой есть от такая. Ой, давай. Ты меня заставил, так что давай. Мазохистка. Эдисон, у тебя есть как бы еще последний шанс, а да мазохистка. Попробуем. Знаешь, Эдисон, я уже с ней немножко поговорил, и она мне сказала, что она потеряла свои три игрушечки, которые лежат, собственно, на первом этаже, и когда ты их найдешь, ты сможешь пройти к ней, да? Давай, ищи, Эдисон. Три вещи, всего лишь три игрушечки. Всего лишь? Резиновая сиська, да? Всего лишь три. Резиновая сиська. Бери. Ты мне должен доказать, как бы, понимаешь, так что забирай вещи. Да я забираю, дай. Ага, подари. Зачем мне ее вот... Ладно. Ну, в смысле, найти. Да отойди ты, а! Возвращайте ей резиновую сиську, да? Ну да. Дурак, Жек, ты вообще с ума сошел? Давай, ищи. Ой, да ничего тут нету, Жек, отстань от меня. Так, я понял, тут ничего нету. Да. Тут... Да есть тут. Еще две вещи. Резиновая пися, да, значит? Эдисон, еще одна вещь. Еще одна вещь. Ничего тут нету, Жек. Да. Да, ты уверен, что тут ничего нет? Не, ничего. Как бы ничего скрытого нету. Тут вот все, что вот все сундучки, эти гей, которые есть. О, я покатаюсь. Давай, Эдисон, ищи, у тебя последнюю вещичку осталось найти. Да, Жека, ничего скрытого нету, тебя сразу скажу. Да в смысле нету, есть тут. Есть тут все скрытое. Я, Жека, ты понимаешь, что я даже в эти... если ты спрятал что-то в этих сундуках, то я не могу туда посмотреть. Можешь. Не могу. Вот сейчас могу. Вот! Вибрирующий... Ой, извращуга! Так, Жека, все, у меня все есть. В общем, Алисон, ладно. Проходи и поговори с твоей возлюбленной садомазохисткой. А что тут Юля делает? Это намек? Это не Юля, это садомазохистка. Нет, это скин Юли. Это скин Юли. Это не Юля, нет. Это скин Юли.
Понимаешь, у меня Юля, во-первых, не блондинка, так что это не Юля, давай. Это скин Юли, мы его использовали. Значит, вот так ты любишь свою девушку, да? Вот значит так. Значит, она извращуга для тебя, да? Ладно, я скажу, Юля. Давай, давай, ты должен не вернуть ей игрушки, давай, возвращай. Ай, спасибо, дорогой мой, мои игрушечки. А стоп, ты что, использовал мои... Я не использовал, Жека, я отвечаю, я ничего не использовал. Я ничего не использовал. Ах, ты ж говнюк, ты использовал игрушки? Нет, я ничего не использовал. Слушай, Эдисон, ну ты вообще, ты извращенец, ты не пикап-мастер, ты вообще... Как ты себе собираешься девушку находить? Эдисон, тебе только последний вариант. Да все, все, мне... Я специально тебя... Не-не-не, мне не нужно, Жека. Есть еще последний вариант, что ты меня заколебал! Ну давай, давай. Давай, последний. Давай, проходи. Тут последний твой выход, собственно. Я вангую, что я сейчас упаду, Жека. Ну, возможно, возможно и нет. Эдисон, извини, больше. Куда ты побежал? Ибрагим ждет тебя, Эдисон. Куда ты побежал? Не-не-не-не-не-не-не. Ибрагим тебя просто так не отпустит. Давай возвращайся. Давай. Да ну, уйди ты, дядя Жек, дядя. Ладно, так мы честно выполнили, собственно, да, нашу задачу. Мы теперь у Одессана есть почти девушка, да. Я расскажу Юле то, что думаю, что она мазохистка, хорошо? Ну, как бы она тут может ей рассказать. Да, да. Юля, ты слышала? Ты слышала, что он говорил? Она тебя не слышит. Ну, спроси ее, она слышала? Ну, она слышала. Она слышала? Она не слышала. Она слышала. Ну, ладно, Жека, давай. Давай, да, включай геймод 2, дрыщуган, давай. Ой, геймод 2, включай, давай. Жека, все мы знаем, тебе нужно лечиться, да? То есть, ты... Дрыщуган, ты весишь 35 кило, да? Это не здорово, Жека. Каких 35 кило? Алло, все мы знаем, потому что ты весишь 35 кило. Это не здорово, опять Жека. Опять на меня гонят. Люди умирают от того, что весит 35 кило. Тебе нужно толстеть, тебе нужно качаться. Поэтому, Жека, давай. Сегодня у тебя будут такие небольшие упражнения. Давай, Жека. Не тупи, главное. Не тупи. Да ничего там нету. Опять качаться. Ты помнишь, я прошлый раз швабры проломил этот... пол. Как бы, по-моему, я уже накачанный. Не-не-не, ты просто не поднял вот эту штангу, и она упала на пол и проломила пол. А, ну давай. Да, конечно, нет, я просто швабры проломил пол. Ладно, Жека. Ты главное не тупи. Я понимаю то, что ты мало кушаешь, то, что у тебя витаминов не хватает. Ну тебе нужно качаться, тебе нужно кушать. Ой, Жека. Давай, ты пехайся ко мне. Да в смысле не пройдешь? Вот тут реально нет. Там нереально допрыгнуть. Нет, тут нет реально допрыгнуть. В смысле нереально? Это просто нереально. А ты попробуй, ты... Да, и вот тут нереально, да? Тут реально, там нереально. Жека, я все понимаю, ты весь 35 кило, когда ветер подует, тебя сносит вот этим попутным ветром, да? Ну, с ветерком сейчас полечу. Да не долетаю я. Ну как не долетает? Ну, Жека, ну в смысле не долетает? Ну давай я тебя подтолкну, разве что, давай. Ой, сейчас, давай. Давай, прыгай. Давай. Да, толкай. Ты меня не толкнул, ты меня обманул. Да, я сейчас толкну, Жека, просто обещаю. Давай, прыгай. Давай. Раз, два. Прыгаю. Ну почти. Ну почти было, почти. Жека, у тебя... Да твою мать, а ну Жека, ну... Ну почему ты такой нуб? Не знаю, тебе же реально... Давай, прыгай. Я тебя подтолкну. Ладно, жалуется он. Давай, жалуется он. Давай. Раз ты такой нуб, давай. Сам-то не допрыгнул. Ай, тут прохода нет. Да, ладно, Жека, ладно. Не буду я тебя мучить, понимаю, ты немного тупеешь дня в день, потому что у тебя витаминов не хватает. Давай, Жека. Тут как бы проход был с самого начала, поэтому... Ну, ладно, давай. Идем сюда, давай, Жека. Жека, ищи проход. Ищи проход. Вот. Я не знаю, что ты не... Я понимаю, что тебе витаминов нету, ты тупеешь. Ну давай, Жека, заходи в магазин. Да заходи ты... Что-то не получилось зайти в магазин. Пошел. Короче, Жека, смотри. Этот магазин я специально арендовал для тебя, да? Тут много продуктов, собирай все, что угодно, хавай, чтобы наконец-то поправиться. Тут 35-дрыщовый пацан. Я, в принципе, не хочу есть. А нужно через перебороть себя. Хорошо, нужно, ладно, давай. Жру. Все собирай, все продукты собирай, пока продавщицы нету. Ой. Давай, вот собирай. Я уверен, сейчас скажут, зачем ты все собирал, ты такой тугодум, ла-ла-ла. Ну ты тугодум, да, как бы. Ты тугодум, да. Боюсь уже тыкать на самом деле, знаешь. А что ты? Мало ли какие тут могут, не знаю, масоны там всякие. Кого? Давай, Жека, собирай, пока продавщицы нету. Всё подстроено. Давай, собирай. Странные блоки есть, из которых Майнкрафт вылетает. Вот мне, Жека, знаешь...
Знаешь, что мне интересно? Ты думаешь, что все так просто, то есть, что это все налегке, что это не серьезная ситуация, то, что ты дрищуган. Из-за этого вся жизнь. Неправда. Вся жизнь зависит от этого, понимаешь, чтобы ты вылечился. Да какая? От дрищуганства. Ой, ладно. О, сейчас. Что это за хрень? Слышишь? Да, слышу, стучат от тебя кто-то. Стучится. Кто стучит? А, Лена Головач! Продавщица вернулась! Продавщица! Жека, ты ищи меч, ищи меч! О боже, куда лети, куда лети? Ищи меч, убей Лену Головач, продавщицу, давай. Какие член... вещи да. искать? Меч ищи! Убей члену Головач, давай. Меч ищи! Давай, да... Жека, я не могу даже выйти. Ищи выход, ошибки, Жека, ищи выход отсюда. Подвал нужно, Жека, в подвал, тут где-то подвал где есть. Подвал? Вот где-то вот тут, за кассой подвал есть, Жека. Ищи. Тыкай. Ой. Все. Давай. Пошла вон. Лена Галаш. Все, Лена Галаш, Жека, ты убежал продавщица, но сейчас... Садись, Жека, нам нужно серьезно поговорить. Сейчас это Стефан там, да? Тебя опять вопросы там будешь задавать, когда там ты первый раз мужчина. Ну давай, я жду. Жека, садись. Не-не-не, ты просто не создаешь. Жми свое говно, давай. Жека, ты просто не создаешь. Я заберу, только ты не смейся. Ты думал, что все так просто. Ты просто не создаешь всю сложность ситуации. Ты не осознаешь. Жека, сядь. Ничего тут нету, просто садись. Жека, у меня просьба к тебе. Позови Юлю к компу, позови. Чтобы она сюда пришла. Зачем? Ну ладно, позови. Юлька тут зовут. Окей. Чё? Юля, мне кажется, время рассказать ему всю правду. Она тебя не слышит, если что. Ну да, ей наушники. Говорит, время рассказать всю правду. Время рассказать ему всю правду. А мне чё, как ты? Насчёт правды, да? Да. Ну просто ты не знаешь всю... Жень, всё, в это время мы от тебя кое-что скрываем. Да. И вот сейчас ты все узнаешь, в принципе. Я пыталась тебе об этом сказать, но мы как-то стеснялись и пытались тебе помочь. Я на самом деле не твоя девушка. А кто ты? Она... Да. Поэтому я специально... Жека, ты понимаешь? Я пыталась тебя откормить, но, видимо, это не получилось. Да. Мы уже разговаривали с твоей... Жека. У меня был твой диагноз. Какой диагноз? Да твой диагноз. Ну так же. Что происходит? Да, я. Чё? Жека, вот сейчас ты знаешь... Сейчас ты знаешь всю правду. То, что Юля, это не твоя девушка. Вот такая печальная история у нас получилась. И все из-за твоей болезни, ты это понимаешь, Жека? Ой, все понятно. Что ты мне тут свет выключаешь, алло? Ты диетолог хрен. Ой, все, я пошел, ты мне... Ну я тебя затроллил, не заколебал. Ну, Жека. Да. Еще и Юлю подговорил, ты так, ты ж говню. Ну, вот так вот, Юля. Ну, сейчас ты знаешь всю правду, Жека. Сейчас ты знаешь, кто такая Юля на самом деле. Так что... Да. Не расстраивайся, Жека, найдешь себе еще. У меня хотя бы девушка-диетолог есть, у тебя вообще никого нет, так что давай... Ты не понял, Жека, это не твоя девушка, мы ей платим за то, чтобы она с тобой ходила, таскала по кафешкам. Но у меня хотя бы платная девушка есть, понимаешь, у тебя даже платной нет, у тебя даже не хватает... Ты слышишь, что ты... Людей, которые тебе... Ты слышишь, что ты говоришь? У него платная девушка. Платная, ты понял, что ты сказал? Платная девушка. Ребята, я не хочу с таким дружить, у кого есть платная девушка, которую он плат... Ой, ты вообще не понял, что ты сказал, да? Это я сейчас только что Юлю обозвал, да? Не, это ты ее обозвал, да. Короче. Да, это ты ее обозвал, я... Нет, это ты ее обозвал, ты сказал, что у тебя платная девушка. Ты же ей деньги платишь, правильно? Нет, твоя мама платит. Она беспокоится про своего сыночка! Понимаешь? Все, заколебали! Я сейчас мозги наружу вылетел. Все, ребята, большое просмотр, буду заканчивать ту серию, потому что Эдисон у нас сошел с ума. Все, пока. Да подожди, лайки, про лайки, конечно, не забывайте про лайки. Все, я пошел. Давайте, всем пока, всем удачи, Жека, пока, дрыщуган. Пока. Пока.